Доброе утро, мои хорошие. Ой, встала, делаю завтрак. Это просто кошмар, как холодно. О, Пуся, делаю тосты. Поставила вон хлебушек, видите, стоит. Максим уже пошел гулять с собакой. Данил уже проснулся, приводит себя в порядок, чистит зубы. Ой, как холодно сегодня, ребята, ужас. Пишет, что 20 градусов, не знаю. Я уже вот сделала чай. Идут гаврики. Кто пришел? Давай. Да, звезда. Мамина звездочка. Иду, да. Идем, идем. Ну все, давай, проходи. Иди сюда. Звезда балета. Дайте я пройду. Так. Я уже несу тосты. Куда ты к себе идешь? Так, вот я тосты пожарила. Да я совсем не весна. Вот. Юля сегодня не идет с утра. Как-то странно. Говорит, у меня учеба сегодня начинается в 3 часа. Меня не будить утром. Проходи, проходи. Данила, иди завтракать. Я уже боюсь, что он что-то ел. Я вчера на ужин для нас, для всех делала шницель. А ему не дала, то он сидел, такие губы надул, весь в образе, что не дали мясо. А доброе утро. Доброе утро. Я не видела, что ты меня снимаешь. Хай. Да. Все, ребята, мы будем завтракать. Вам всем хорошего дня и прекрасного настроения. Так, ребятушки, все, я всех выпроводила. Ну как всех? Ой, я вас поправлю. Данила выпроводила. И теперь мне надо приготовить обед, потому что мне надо будет уйти, чтобы он пришел и было ему что поесть. И сегодня я, так как он у меня... провинился в плане того, что боюсь что-то такое ему тяжелое давать. Сегодня я хочу приготовить турецкий суп, да, с чечевицей. Для этого нам понадобится две картошки, две морковки, лук, половинка перца. Вот, стакан чечевицы я уже помыла. И буквально там, не знаю, чайную ложку такую хорошую добавлю. Томатной пастой. Так, я поставила кастрюлю, чтобы она уже нагрелась, и она уже, по-моему, чрезмерно нагрелась. Так, добавляю, ну, где-то 2 столовые ложки. Ой,
вода попала. Масло. Нарезаю луковицу, можно не мелко, потому что это все равно будет все пробиваться блендером. И прямо в кастрюльке. Немножечко кастрирую лук. Для того, чтобы вкуснее был вкус, я обязательно еще добавляю кусочек сливочного масла. Когда сливочное масло, он вообще придает совсем другой вкус блюду. Так. Полукольцами нарезаю морковь. Так, нарезала морковь. Теперь в наш лук отправляю морковь. Так, нарезаю перец. Перец кладут не все, но мне очень нравится, когда есть в супе запах перца. Мне кажется, тогда бульон получается какой-то особенный. Так, и две небольших картошки. Можно без картошки, если вы вдруг боитесь ее, это можно с картошкой. Но картошка больше дает супу насыщенности. Так, ребята, теперь видите, как у меня поджарился, немножечко пропассировался, то есть лук с морковью. Я теперь добавляю туда перец. Вот такая вот ложка томата. Немножко пропассируется. Тут я помыла уже чечевицу. Правда, она у меня желтая. Конечно, было бы красивее, если бы она была такая ярко-оранжевая. Но что-то я не нашла. Ну, может, в Карифуре есть, но
Карифур от меня далековато, не захотела родить челюсти, идти туда. Так, протушилась, теперь я добавляю стакан чечевицы. Немножечко сначала обжарю без воды, а потом уже добавлю воды. Воды где-то надо литр, воды где-то нужно литр полтора. Вот такое вот получается состояние. Сейчас наберу водички. Так, теперь немножечко прожарилась наша чечевица. Еще добавляю буквально, ну, то есть по желанию. У меня такой один крупный зубчик чеснока. Добавляю чеснок. Картофель. Заливаю водой. Из специй добавляете соль, перец и немного зиры. Сейчас сольки добавим. Посмотрите, если уже в конце вы поймете для себя, что суп очень густоват, тогда вы можете в конце еще добавить воды. Теперь накрываю крышкой. И где-то минут 15-20 мой суп будет вариться. Так, ребята, вот так вот уже видите, как сильно разварилась моя чечевица. Теперь я беру блендер и блендером пробиваю до однородной массы. Так, ребята, вот я пробила, вот такой вот у меня получился, видите, суп. То есть смотрите по консистенции густоты. Я вас сейчас... Так, смотрите по консистенции густоты сами. Я чуть-чуть добавлю водички кипяченой, чуть-чуть, потому что когда он начнет это остывать, он немножечко станет гуще. Ой, как пахнет вообще, ребята. Вот, девчонки, кто не делал, очень советую. Оно теперь все закипит. Все, я уже налила суп в тарелочку. Обязательно этот суп подается с лимоном, но вы уже смотрите сами, насколько вам надо кислота, не надо, но в Турции обязательно всегда добавляют, и Макс у меня тоже добавляет.
естественно, сверху добавляем кинзу или петрушку, что хотите. И сухарики. И вот такая вкуснятина на обед будет у нас. Так что и вы пробуйте сейчас. Пошлите. Он уже, наверное, и не помнит. Сейчас понесем. Узнаем. Дегустируй. Ну и ложка сразу все здесь. Все, дорогая ложка к обеду. С меня только лицо? Да. Лимончика можешь себе подавить. Это ж супер Кадаша. Обожаю такой суп. Я всегда в аэропорту в Стамбуле. Бизнес лаунчик был. И тебе? С лимоном вкуснее. Ну, приятного аппетита. Спасибо. И вам тоже. Все, ребятушки. О, бабам. У нас Евроспорт. Да, зайчик. Папа кусал, а мы не кусали. А мы с тобой совсем не кусали. Мы с тобой голодненькие, да? Да? Скажи, нафиг ты мне нужна? Там, там так едой, скажи, пахнет. А я тут твои обнимашки. Все, обед для Данила готов. Сейчас придет, быстренько его накормлю. Вот. И пойду схожу в Киаби. А с вами уже встретимся позже.